Кажется, аккаунт таки станет основным. Да ладно, если я научился играть, ну точнее, как я учусь играть, и чем больше я учусь играть, тем легче мне дадут, будут даваться победы следующие. И, соответственно, ну, да, возможно, я не скоро повторю рекорд в 7 побед. На самом деле, очень не скоро. Но это не значит, что я его не смогу повторить вообще никогда. Так, ребят, не пишите, куда мне идти, чтобы я не ответил, куда вам идти. Все же просто. Обещание нужно выполнять. Ну так я в Hearthstone сказал, что я зайду слить одну арену. Я ее по-прежнему играю. До сих пор на арене. 7-1. Так что все норм. Можно... А, я первым этим. Еще игры были. Будут еще какие-нибудь игры? Возможно. Не знаю, просто времени много уже. Вот если меня прям совсем сгонять будут, то... Ну, Кенши я играл под конец будет. Сегодня явно не Кенши стрим. Слил, зараза. Ну, этому волшебнику я вангую проиграю 146%. Что играть нечего. У меня карты на руке говно. Нельзя самого себя забанить, лол. Жесть. Жесть, ребят. Тем более, что все такие в Кенши предлагают. Ух ты, нифига себе. От Дасти Джоя. Дасти Джой, блин, вообще спасибо, чувак, мужик. Я не проверял, он говорил про тот донат. 2 минуты назад было. Так, ладно, сейчас разберусь я с этим. Ход отдам. Так, что я могу сыграть? Дрейка? Это нелогично. Хиллфайр? Логично, но мало. Ну, один с хилсом, он его и полечить может, еще что угодно. Вангует 8-1? Не, я вангую. Сейчас будет 7-2, серьезно. Что-то дерьмо потому что какое-то. Ну, сыграю я его сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Будет у меня 4-7. Прилетает сюда. Ищу. Дерьмо. Дерьмовый плей, если честно. Ну, и играть с Hellfire сейчас еще дерьмовый, по-моему. У меня такое чувство. Серьезно. А 4-7 это вполне себе неплохо. А вот на следующий ход я уже смогу что-нибудь... Так, 500 рэ поднимаем ставки. Крупнейший взнос 500 рэ. Так, здесь так, 8. И ник Дасти Джоя надо. Дасти Джоя указывает. Все, подправил донат. Можно продолжать. Что он тут сыграл? Он сыграл отличную шнягу, которая хочет получить в лицо Hellfire. Проблема в том, что мне не очень нравится то, что не вот эта шняга выживет, и мне придется еще в лицо бить. Очень мне не нравится это. Но придется, наверное, так играть. Чтобы не выжил никто. С другой стороны, нужен ли мне сейчас Hellfire? То есть, 3 сюда. Все, как бы на этом я заканчиваю, это мне не нравится. Ладно, Hellfire пошел. Hellfire, у меня их 3 штуки, тем более. Тем более, вот эту шнягу надо убить. Все убил. В каких чехлах ждать стрим Нубасос завтра? Скорее всего, завтра будет. Часов 6-7-8. Well played. Спасибо. Где мой инстакил карта? Мне не хватает инстакила. Очень не хватает инстакила. Его можно засалить, но это будет вообще просто отдать победу. Можно вот этим сыграть, но это хороша шняга против всякой мелочи. Так, ладно, давайте подумаем, что я могу сыграть. 3 дэмэджа сюда влить. Ничего не дает. Вообще ничего не дает. Йети сыграть. Сыграл Йети, допустим. Но он меня убивает следующим ходом. Вот в чем проблема. Рестори хелса. Больше ничего не остается. Просто у него фаербол, у меня сколько, 13 хелсов было? 12 хелсов, я 8 зарегенил. 12 хелсов, вливает сюда, остается 5, и фаербол 6, я труп. Фух, чешуйка не врет, кто там? Как ты грубо с подписчиком разговариваешь, посылаешь? Кого я посылаю? Кого я куда послал? Только что. Что-то я пропустил этот момент. Вот так. Что я могу сыграть? 4 дэмэджа слить, наверное, это лучший плей. 4 дэмэджа слить. И за 4 сыграть вот тебе, допустим.
Так, будет стрим ответы на вопросы. Какие именно вопросы? Я на вопрос отвечаю, в принципе, много. Пишу, ну, даже вот почти диван тут был. То есть я много всякого-всякого пишу, отвечаю. Так, салон на вот этого жарабаса, по-моему, идеальный плей. Другого не будет, подозреваю. Идеальный плей кинуть сюда Аргуса. И в бро. Так, подождите. В бро. В бро, не в бро. Ну, слить тебя. Слить тебя. Хотя смысл его сливать. Лучше пусть он меня сливает, а я в лицо ударю. Робокрафт заработал. Ну вот видите, Робокрафт только заработал, время 8. Скилл страйк. Естественно, скилл страйк. Дерьмо, блин. И 3 в лицо. Неприятно, неприятно, неприятно. Так, ладно, мне бы спел дэмэдж. У меня нет спелов, к сожалению. Так, что я могу сделать? Как я могу от этого дерьма избавиться? Мэтт Бомбер с шансом попадает. Бью в лицо. Точнее, сначала бью в лицо. Сливаюсь. Играем Мэтт Бомбера. Есть шанс, что он его убьет, но вряд ли. Раз. Еще. Есть, Мэтт Бомбер отыграл. Отыграл отлично. Well played. Действительно, well played. Шансы милипизерные. У него если какой-нибудь пенобласт есть, то это все, ваншот. Просто ваншот. Если у него фаербол, то это за два хода я проигрываю тоже. Тем более, что to all minions. А, to all characters, то есть лицо я тоже получу этот урон. Посмотрим, может быть у него нет фаербола. Может быть у него нет фаербола. А если у него есть фаербол, я проиграл через следующий ход. И мне хил нужен. Какой-то хил нужен. А хила у меня никакого нет. Что я могу сделать? Сыграть так. Таунт. Дать себе таунт. Ну, небольшую аббасаку такую сделать. Well played, да, мужик. Это well played. Ты шаришь. Ты шаришь, что это well played. Но я в любом случае проиграл, если у него есть фаербол. Так что я тапну. Проблема в том, что я хилфайр не могу использовать. Если он мне еще один хил снесет, то после хилфайра я умираю как бы в следующий его ход. Дроу две карты, неприятно, неприятно. И он того я тоже не особо могу сыграть на сам. Спешл. Да пошел ты. Спешл. Ладно, нормально. Хочет слить меня все-таки. Понятное дело, что хочет слить. И все как бы. Один хилфайр, и я слился. То есть если хилфайр, так... И если вот это я применяю, тоже слился на самом деле. Так, ладно, что могу? Петь сюда, этот сдох. Или в лицо, может быть, его треснуть просто. И тапнуть уже не могу, и рестор хелсов нету. Играть, наверное, буду по максимуму. Все, что есть. Прям все, что есть. Так, может он меня убить следующим ходом танков двух? Вряд ли. Поэтому я брю в лицо. И следующий ход летал. Если он танка не выкатывает, если он меня сейчас не убивает, это очень важно, чтобы он меня сейчас не убил. Well played. Пока что не убил. Секрет армор, возможно. Сейчас бы хиллфайр, серьезно. Так, такой плей. Он сдался. Значит, у него нифига не армор это был. 8-1. 8-1. Ребята, это просто... Ты уже никак не выиграешь. Я выиграл. Я все разыграл просто максимум грамотности. Использовал, вы видели, два танка сыграл. Ну, в общем, у него не было фаерболов. Вот в чем проблема. Не повезло парню. Очень не повезло парню. 8-1. Thank you.